На республике закончат горган осугури сахкатта фазгун сеси сеси кустан сардарю якутал бурталан. Парламент работы бун фаткмама аз карунце форсета рахастадуду нудесте ав. Фетцак форсте парламентари тахустат махастарцет. В России федерации федералунем бердесит иугон нацит организации махсанадамун парламентун организацитам дуне парламентам киев федракандун режиме свалун борту огаварткай халдауи фадал. Обращаются к Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с имеющимися свидетельствами систематических преступлений, попирающих все мыслимые нормы морали и нравственности, преступления вооруженных формирований Украины в отношении самой уязвимой и защищенной части населения – детей. Уважаемые коллеги, прошу поддержать данное обращение наших коллег. Депутатом корпус срозисты саварасия коллегата Ситтл. Деккак фарс пацахадон гимнефадл конституцион законы проект. Дзирт сав остапкак охрадон уагдаттек ури рай дианам бендур эрверен пацахадон гимнезалтайме пацахадон тресаес хасты цичин церемония. Внесение изменений в статью 3 конституционного закона Республики Южной Осетии о государственном гимне Республики Южной Осетии. Законопроект разработан правительством и переслан парламент. Законопроекту имеется весь пакет сопроводительных документов. Проект Конституции закона Республики Южной Осетии о внесении изменений в статью 3 Конституционного закона Республики Южной Осетии о государственном гимне Республики Южная Осетия подготовлен в целях повышения значимости государственных символов Республики Южная Осетия, укрепления роли патриотического воспитания и сознание подрастающего поколения Республики Южная Осетия. В настоящее время, согласно пункту 9 статьи 3 Конституционного закона Республики Южная Осетия, государственной гимне Республики Южная Осетия, общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, независимо от форм собственности, дали исполнять государственный гимн только на церемониях открытия нового учебного года и окончание учебного года, а также во время проводимых указанными образовательными организациями торжественных мероприятий, посвященных государственным и иным праздникам. Министерством образования и науки Республики Южная Осетия установлено проведение еженедельной церемонии подъема спуска государственного флага в образовательных организациях. Принятие вышеназванного проекта даст образовательным организациям Республики Южная Осетия возможность исполнения государственного гимна во время проведения еженедельной церемонии подъема спуска государственного флага в образовательных организациях. Нотариат фадл законы проекта сеси махастав деккакхат, раджуалай райстат фитсагар форстай дзерцав энудасам статял, страхканан организации тима бадзерц саразынал. На заседании комитета было принято решение дополнить проект закона заключительными положениями, в которых прописать, что положение части 7 статьи 19 и абзаца 6 части 2 статьи 30 настоящего закона вступает в силу со дня осуществления страховой гражданской ответственности, страхования гражданской ответственности страховыми организациями на территории Южной. То есть норма, по которой нотариусы, частные нотариусы обязаны будут заключать договора со страховыми организациями, была отложена до того, как в Республике Южная Осетия появятся соответствующие страховые организации, которые будут страховать гражданскую ответственность нотариусов при осуществлении ими нотариальной деятельности. Проект закона готов ко второму чтению, и я прошу депутатов поддержать. Дуамин донерте кагамазан, льгота он кредитте бюджетун фонда и вензинетте фадлдар эрзерта профилун комитете сардарт ихталан. Рахастама, чесыл амалюэ гады рай рэстэмэ эхосы фадл пацахадун программа и вензинетте дар. Эртыккак фарс, кэц рахаста парламенте профилун комитет дуамин дуэнцы парамазан, льгота он кредитте фадл законы проект дзирцэв эрболэв газ ацэ фадлздахэн архаэк амалюэ кэнджете фонда хосцэ сумма удзэн уэл. В наше рассмотрение вносится проект закона Республики Южная Осетия о бюджете фонда содействия льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства Республики Южная Осетия на 2024 год. В проекте закона предусматривается получение такого вида прибыли на размещение средств фонда на депозитах кредитной организации межбюджетного
трансферировать из государственного бюджета Республики Южная Осетия, а также иных источников предусмотренных законодательством Республики Южная Осетия. Предлагается утвердить следующие основные характеристики бюджета фонда. Общий объем дохода бюджета фонда в сумме 55 184 000 рублей, в том числе средства государственного бюджета Республики Южная Осетия, передаваемые бюджету фонда в сумме 36 000 000 рублей. Общий объем расходов бюджета фонда в сумме 17 157 000 рублей. Уважаемые коллеги, прошу вас поддержать и проголосовать за данный законопроект. Բունֆատկա ֆաստոկ ֆորստայրո խոստավ դուամին դուենցը պարամոզան փոցախադուն պրոգրաման ին բաստակտեն նոր մեդիցինու նախոս բոկանանը գարանդի տվադլ ոցը պրոգրամաու արվլոզուն ամեմ խոստստը յուկորդ մեդիցինու լակատա կացտա խաշնու ամասա խաստկանո փոցախադ Программа направлена правительством, распоряжение правительства, официальным представителем является министр здравоохранения, присутствующий здесь. Программа в основном сформирована с учетом порядка оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, особенностей полового возрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения, основанных на данных медицинской статистики. Тут перечисляются все заболевания, которые у нас есть, и все виды медицинской помощи, начиная от скоропомощной неотложной помощи и заканчивая стационарной помощью, в том числе и паллиативной тоже. Программа каждый год принимается парламентом, так как оказание бесплатной медицинской помощи у нас прописано в Конституции и в основном законе здравоохранения, это основа охраны здоровья граждан. Կոմիտեի պերսոնալուն սկունդդար ըրցդիվն զինատա դեպուտատ Խոսաթացամաս խոստրցիտ էկոնոմիկա չսլոմալիու ակադմական խաձրադեֆադը պարլամենտուն կոմիտեի սկունդմա Постановление парламента Республики Южная Осетия о внесении изменений в постановление парламента Республики Южная Осетия от 11 июля 2019 года об утверждении персонального состава комитета парламента Республики Южная Осетия по экономике малому предпринимательству и сельскому хозяйству. Парламент Республики Южная Осетия постановляет ввести персональный состав комитета парламента Республики Южная Осетия по экономике малому предпринимательству и сельскому хозяйству до Сайбатсона Загоревича, члена комитета. Второе. Настоящее постановление согласился для его принятия председатель парламента. Кто за данное постановление? За данный вопрос прошу проголосовать. Պետ վալդար բոնուսոնգուն զոգունը պրոյեկտը յումյոգը երսեդստը իստ, սեսի դկկոխոյ ուալամ խոս վորստը։ Պարլամենտը Սարդոր խադիվակ չիլախսոտը Վլադիմիր, պրեզիդենտը մախիցոտը մինավարտող ուստարդոզ դաղտա տամուժն է ունպոշլինատը։ Սոլդար բնատը աբունունք չի կուսը, ամա ոցի յուրաստաճը տա ագոշ չիստը, ամա չի տղսը ոցը պրոբլիմատը։ Дезер Мохтер, тому и добудем, да подам экранчик, не знаю, вышел. Шаме и воде мог, допустим, и вон там позор. И воде мог, тум мордек голос, не груз. Бофи не крекут, и еще он, раз, одна тысяча рублей. Зелье ваше досыч, зелье, где лицо мощно. Понимаете, вот вы стоите 27 тысяч рублей. Ты душа там, вот там, кто голосует, сетовок. Вот я просто хотел, мам, ах так, когда мы как-то зенчивили. Кецер мощный, литовый мощный, куртки, Роша Лосенч, или Ксирастый мощный, Ксирастый марка. Продукт Лосенч, мы видели, как мы лям купим, а хенчда кенча еще. Ну, я не знаю, как еще это, допустим, что у тебя на мужчине, в этом смысле, сахиша Стефину. Как-то, бирайся на кару, дала базар, мы что-то шобуем. Мы вот это оферсим, котхизм буду, и чурдыгай. Мы же шахамахтай с нами, да. Это фильм. А мы просто шахамахтай. Ну, ты нахуй, ну, махам тут же, кофе дует там, не, вот, конечно, он дает мне, сердце, скажи, скажи, ваше. Меня жура машина, дис, поручение президента, что мы сентябрь, совместим это, с Сарибом. Мы махам тут кассер, мы махам Сарибом, да, если, а дох, бонда, там, мы бенай. Бенай чисто, допустим, санитар, когда, у бурса, допустим, чисто, 7 тысяч или 10 тысяч, 2 месяца, допустим, 2 ночи кусы. Вот дома стоит вокруг дома, блядь. Чего хамис, чиновник так, а еще потом через 4 минуты. Массимист, места 30 тысяч, там мы вас дарта. Вот дома мы там вам мог. Что мы не? Лучше просто мог бы работать в этом, мол, валя больше, хищо, валя, сахища, там мы. Фалей из вас, как он не сыну чиновник так, мы просто будем чушево, сабинаты. Мы не хотим, конечно, президента не оказывается. Жюрем, помогам,
Жувам не фелер, мене одозме фандоку саркатризм олија. Мене мохта рот геодестер, зиомне, бието да си зиомне. Чи је хи кутоби, холо мене. Ме фандок саркатриз. Ме ме терем бедестер, ме хос кутоби, те кележи мохта ме, джиз биле гам гуле. Хорди ге. Ме се кем бафар сој, ом што рот геодеме шеше. Ме ме делеја ши из. Не дек вести не ден дариз. Ме мох не молдужи, не хеда горди ге, ервита. Че ме хоми листу одам, молдуж мову. Хотя бы он кент не мол, а он смохан чиновниктер, мэ бун не бэ, мэ квестфал тэс розов. Вадон хотя бы, хавишит не гайд бинат тэчи кусар тэ гайд бинат тэ мэр. Хаду нас сэр горган мол. Хаду нудам, окей, от молодю жи. Шам я дур, кэна мордам мэн, орги молги жи. Ян боли ма тэйн нас, кэн нэч, не студент тэ. Охот, шо рэсэ, шо мэн ошо, нахим мэгэзэ тэ. Кэна хо мошэ, бусын мэн. Иен нэр цэ, кунак масо, ген цэ, кунак салок, квестфал атта бэ. Кэд, мом бру. Ти е многу јуха прост, тој е се прост не може. Сад ве им боде, не сад, јас ќе зем боде. Мес ти фат се мегдеше им боде. Дуе бом ми тренор дис, не дуе бом меѓе. Вен ќе мохи за не зроше. Ше гурат, ше ројот. Гурат вен ќе не дуе за. Ми тно хав тој кој јуе бом не, кино биде. Ројот е дрвота, сакаот е, не дуе за. Мешун ќе не техника не. Техника, кое ше така не, срде, зиме, ги си имате ме техника да шеме, ме не ушето, но тоа мој. Ме мовте кај сме, чиновнику бата, ме нато ми де. Вед, видат ме дечи бати, уме фелдер ба кусави. Ме фелдер кун да кусав нош ди ебната на баде ви. Ведте ме, овта жу, о чиновите јуете, розе с кусу ме гица змелен, ве гори кајтом, ештен кусу. Оценка дахиша, мокен, чиновник. Он мен оценка се веро јаден. Кај мен кусе, уто не венеќ, ме јадон се веќе оценка кој кусе, што кусе ви. Ну, не гене нофте. Роди мах кусе модам тихе. Модам рех ме стами удар. Ше мен. Ертамај ми дек. Президент се велем бојде да пустим оде моге. Ваден ертамај фогу, ше мен. Олка што оде моге. Учинјо тери. Јебнот, јако свинен кај кај Без ушло, или не без ушло. Ме кетна без зес, ушилон, хоте се изуди, да бун не бъд. Е, дошу. Не ме кътто мет преди дорвито. Ожи да хете, još час колко ме леген мога. Ну, да бун не бъд. Мене не хо сърше дис пошлинат тхай, не не мога орди гейл ройде. Ож пошлинат тхай, 7% на вивоз. Хау донер тхай, рогай шау не хос, ме хоше от тогал, рогай костух и шот. Ме пелен се хай на жртушто, мене офтавджен, уфтавджен, сакото кото, нике ме дар пуска кото, нише. Ме не керам бо кото, ме хоше 7% пошлина, ва търси син кото. Ме мене не е го за керам, ме кома хоше пошлина, истер шао. Да, в действителности, постановление 1538 от 21 сентября Российская Федерация установила экспортные пошлины на товары, вывозимые за пределы Евразийского экономического союза. С момента подписания указанного постановления мы прорабатывали этот вопрос, прорабатывали с коллегами из Министерства экономического развития, из Министерства энергетики, из Министерства промышленности, из Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. На сегодняшний день все указанные федеральные органы исполнительной власти согласовали проект соглашения в новой редакции, которую мы готовы уже подписать. Непосредственно вчера Сар Муратович и президентом, значит, я был наделен полномочиями по подписанию этого протокола. С момента подписания протокола через 10 дней данные вот указанные таможенные пошлины будут обнулены на практически на все продовольственные товары, которые завозятся в Республику Южная Осетия. За некоторым исключением, там то, что касается редкоземельных металлов, и есть еще небольшие товары, которые будут также останутся под действием пошлины. Но по ним, согласно таможенной статистике, которую мы получили из наших таможенных органов, у нас ввоз в республику
минимален, имею в виду, что там вплоть до того, что если в долларовом эквиваленте, да, то в течение полутора лет мы и на $1000 не привезли этих товаров. Все остальные товары, они будут освобождены от действия постановления 1538. В настоящее время в Российской Федерации, в правительстве находится этот проект соглашения для того, чтобы российская сторона наделила своей стороны уполномоченное лицо для подписания этого соглашения. То есть мы буквально даже сегодня жду звонка с Российской Федерации, если соответствующее распоряжение от Мишустина их вышло, то готов вылететь в Москву, подписать это соглашение. И через 10 лет оно вступит в силу. Вы что-то анонсируете, а потом пытаетесь это закрыть. Наоборот, никак нельзя. Вы пока сделаете, а потом мы все это объявим людям. Потом мы объявляем, их возвращают, они опять приходят к нам и спрашивают, вы же говорили. А мы говорим, ну вы же говорили. То есть я очень извиняюсь за такое слово, да, но получается, что вы нас подставляете. А как получается? Так оно и получается. Сакусту азов сами сточесил, дзерцав свалаты равдо андаты кушетылдар. Кацета азодысты фасфат. Мохан, бирата низ, дабрути вигой бигой свалаттенам. Месел мох хажары, хажары цел мох, эсфен башен бургем, не свалатты. Месел мох бокен бургем, содик мене, фурасо хаты, эхсасы мэ, вен бурген чушинам. Месел кенам бокен бургем, кунто бэн бурген, вахнак дуу шоссосы бэн бурген бурген бурген. Мэ уши свалатты, охр кэн чум, воспитлилдэ. Содик эб, воспитлилдэ. Мэ кэтган исэ, вэцэн сэмэстэмэр, кэсэм. Сэмэстэм, содик эб. Воспитатен, местен, сапуворте местен, кесен. Шос нирте каша, ме усебате, овта спомнил кене, шос нирте. Ме цен мохта овле кенем, не воспитатен, ме не уворте, чизе харин кене одуна. Ме кад гани исуват цен, уйнде са местен, кесу, кад гани исуват. Мы с тобой в Ахтахаздар-Накуттуй, но она же тоже привязана к Северо-Кавказскому федеральному округу, то есть мы должны выйти на показатели заработной платы по Северо-Кавказскому федеральному округу. Лембенегем Кыркасам, вот Бирегот, Нистам Фалем, Борам, мана. Коллеги тоже говорили, что важные пошли у нас в республике есть. Вы, Мохме, Падук, Знов, Дарумель, Кусам, Владимир Степанович. Ходель кенам, бораме, что уже ферастакем, дар кайсорам, шамесах еще от постановления Газгарады. Архан, Владимир Степанович, да шарам бомбира, вы, бораме. Мы мистил кау кезага на кашен. Парламент Сардар Фетсохади ве Гаси Тепиотер як устар дозддах та инвестицион программа фалгатар аст саг объекта кустыгадме. Сайраджи дар та арзер та хитте уоварил. Люди приходят и спрашивают, ну надо же, вот здесь правительство у нас присутствовало на одном из заседаний парламента. И здесь четко под камеру обозначили сроки. Ну не случились эти сроки, там уже все видим. Да? Но сейчас поступают какие-то новости, что оказывается эту опору, которую с таким чудовищным трудом прорубили, ее оказывается разбирают обратно. Там цемент не той марки оказался. Нет, ну вот... Я прошу еще раз заранее, говорю, не политизировать этот вопрос. Тут абсолютно хозяйственный вопрос, не политический. Ни в одном месте. Скажите, просто вы издеваетесь или что ли? Просто не издеваетесь. Люди спрашивают, приходят, спрашивают, товарищ депутат, мы вот вас выбирали. Вы почему над нами издеваетесь? Вот так меня спрашивают. Ну что-то же ответить надо. Ну что-то хоть скажите, когда и что и почем. Ну ответьте. Это первое. Второе. Вот был у нас на трассе Дзаутский вал. Аварийно-опасный мост, скажем так, очень неблагополучный. Правда, там аварий практически никогда не было за всю историю, но тем не менее он был слепой, со слепым выездом, и в итоге решили его исправить. И исправили, сделали там трассу, все хорошо видно. Скажите, пожалуйста, а вот справа то, что осталось, разрушенный этот старый мост, вы вот, правда думаете, что какой бы заказчик у вас такую работу просто принял, объясните? Его убрать не надо. Сделали красивый мост, прекрасно осветили. Вот справа то, что разрушенное осталось. Это вы зачем оставили? Все так едут, понимаете? Все. Все, кто едут в Южную Осетию, они едут через этот мост. Ну нельзя вот это убрать. В 2020 году это было, насколько я помню, мы принимали программу социэкономразвития 2022-2025. Первое мероприятие, которое было прописано по этой программе, это переход на право Евразийского союза. Мы это мероприятие пропустили благополучно, но приняли закон о действии права Евразийского союза на территории Республики Южная Осетия. То есть о таможенных пошлинах, которые действуют на нашей территории, которые должны принимать правительство нашей республики.
Тогда нам было обещано, что таможенные пошлины, то есть мы переходим на право Евразийского союза, не участвуя в этом союзе. Мы принимаем все их там нормы, порядки, кодексы, таможенный кодекс, например, в частности. И цены, на это на цены на таможенные пошлины влиять не будет. Тогда нам это сказал министр экономического развития. Но сегодня мы видим, что оказывается это все же влияет на нас. Это влияет очень основательно. Сегодня у нас на дворе заканчивается 2023 год. Программа социокономического развития 2022-2025, несмотря на заверения, которые я слышу и с нашей стороны, и не с нашей стороны, благополучно как-то проходит. Но мероприятия, которые прописаны в программе, за которые голосовали здесь, вот, они не выполнены. И тогда, и сейчас, я еще раз повторяю, необходимо внести изменения в эту программу, потому что с нас будут спрашивать, с этой подписи, которые поставлены под этой программой. Кто-то что-то понимает, это никому не важно. Важно то, что чем ты подписался. И на сегодняшний день у нас изменений этих нет. У нас нет изменений в показателях, в методах. Мы не знаем, парламент, может кто-то знает, но я, например, не знаю. То есть об этом нам не говорят. Какие проекты, например, из проектов, предложенных в программе тогда, прошли отбор, по которым спустили уже денежные средства, которые-то какие-то находятся уже на стадии разработки или на стадии И просьба о том, чтобы изменить, это требование уже. Это требование не только, не то, что вот мое или депутатов, это требование, но вообще, что изменения в программу должны быть внесены. Это обязательство. Иначе мы вас будем спрашивать по мероприятиям, прописанным в программе. Если к 2025 году доля югостинских средств в бюджете Южной Осетии не вырастет по зарплате на 85%, а российская не снизится на 15%, будем спрашивать с вас. А это прямо прописано в программе. Наш представитель всегда присутствовал во время всех этих мероприятий, которые проводятся в Минэком по социально-экономической программе. Если вы Бахтанар поменяли, то это поменяли. Да, насчет вас информацию. Я Мухаммад Сартюхан условий. Обхозяйна, стамина. Те, кто больше проектов и реальных проектов пошлют в Россию, еще программа ФАДР. Бонг такая содоблет, конечно, видео расчетных федераша. Мне озвучили, что сумма уима. Кто больше выберет, и я предложу Шамай Саида Рофидович, далеко проекта Джи. А дальше, дальше здесь Шамай Джикучава и Мухан запретит информацию. Всегда открыто к диалогу, и ни на одно обращение парламента, ни на один даже звонок депутатов такого не было, чтобы им не ответили на поставленные вопросы. Мы в любое время готовы разговаривать. Я так не хочу, нет. На начальном этапе Шамай Мухтар Зунан, чью шарозы, Алан Арнович, в настоящее время, значит, было произведено два отбора. В обоих отборах представители депутатского корпуса участвовали. В настоящее время мы объявили конкурс на прием очередных проектов. И будем их рассматривать. И в обязательном порядке в отборе будут принимать участие представители депутатского корпуса. Ну, как больше и как более открыто свою работу с парламентом выстроить, ну, подскажите, не знаю, пожалуйста. По этой программе уже мы знаем, что идет строительство подземного завода. Кто? Чья роза? Еще инициатор проекта Субира. Чью? Ямек Коген най, Нумен най? Конечно, спасибо. Спасибо за вопрос. Да, в действительности этот, как его, один проект из ранее отобранных в Российской Федерации получил одобрение. Банк ВТБ открыл для них кредитную линию. Это у нас консервный завод. Инициатором проекта в данном случае выступало общество с ограниченной ответственностью Субира АВ. Руководитель организации Парастаев Алан, извините это за подготовку. Это тот, который ДНК ликвидировал?
не могу ответить. Не, один такой же, как все, забыл, не, могу, от, не могу ответить, потому что не обладаю такой информацией, что в Российской Федерации была произведена данная организация. Но организация это абсолютно... Все, спасибо за информацию. Пожалуйста. Կուզոնամ դեպուտատոն կորպուս առախար դումնց խասկանա գորգանտա ինվարմոցի խիծան վորսըտվատլ վալավաստամա ձոպ պիսն ձնտայի, ձոպ մորոտ տնանտա արգումինտա արխոստավ ալխուզուն։ Я хочу, чтобы мы, я предлагаю вам от имени парламента обратиться ко всем министерствам, ведомствам, комитетам, комиссиям, банкам, не банкам, всем, которые должны, организациям, которые на территории Республики Южная Осетия, сделать обращение, чтобы они следовали нормам закона, они делали все от себя или так, как им нравится. И поэтому я хочу вам зачитать текст, который я предлагаю внести от имени парламента вот всем этим добропорядочным гражданам. Я зачитываю. Статус депутата парламента Республики Южная Осетия определяется Конституцией Республики Южная Осетия и законом Республики Южная Осетия о статусе депутата парламента Республики Южная Осетия. В данных актах закреплены совокупность прав и обязанностей депутата, гарантии формы депутатской деятельности. Одним из законодательно закрепленных форм депутатской деятельности является депутатский запрос и запросы информации по вопросам, связанным с депутатской деятельностью. Гарантии беспрепятственного осуществления данных форм деятельности обеспечены статьями 12, 17, 18 Закона Республики Южная Осетия о статусе депутата парламента Республики Южная Осетия. В соответствии со статьей 12 вышеуказанного закона, депутат, группа депутатов вправе обращаться с запросом в любой орган и к любому должностному лицу. Орган или должностное лицо, к которому обращен запрос, должны представить в парламент ответ в письменной форме не позднее 15 календарных дней со дня его получения, если иное не установлено на заседаниях парламента. В соответствии со статьей 17 при обращении депутата в органы государственной и местной власти, общественные объединения, на предприятия, в учреждения, организации, их должностные лица обеспечивают депутата по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью, консультациями специалистов, безотлагательно предоставляют ему необходимую информацию. В соответствии со статьей 18 все органы государственной власти, местной власти, общественные объединения, а также предприятия, учреждения и организации, должностные лица, к которым обратился депутат парламента Республики Южная Осетия по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью, обязаны дать депутату ответ на его обращение. Без неукоснительного следования указанным законодательным гарантиям осуществления форм депутатской деятельности невозможно исполнение депутатом таких важных форм, важнейших форм функций, как законотворчество и осуществление контрольных функций за реализацией действующего законодательства. Законодательство Республики Южная Осетия не содержит ограничений по праву депутата на предоставление ему необходимой информации, включая информацию ограниченного распространения и ограниченного доступа, государственную тайну. В соответствии с законом Республики Южная Осетия, государственной тайне Республики Южная Осетия, депутаты парламента на период исполнения ими своих полномочий допускаются к сведениям, составляющим государственную тайну, без проведения проверочных мероприятий, предусмотренных указанным законом. Сохранность государственной тайны в таких случаях гарантируется путем установления ответственности указанных лиц перед законом. С учетом изложенного считаем необходимым отметить следующее. Статус депутатов парламента Республики Южная Осетия един. Все депутаты обладают равными правами в осуществлении форм депутатской деятельности. Статус председателя, заместителя председателя дает преимущество лишь во внутренних организационных вопросах парламента Республики Южная Осетия. Ответ на депутатский запрос, запрос информации необходимо предоставлять в парламент Республики Южная Осетия депутату, направившему запрос, установленный статьями 12-18 закона Республики Южная Осетия о статусе депутата парламента Республики Южная Осетия в срок. Вот такой вот текст я предлагаю направить. Если у вас есть другие предложения или... Предлагаю поддержать, потому что игнорирование органами, представителями органов исполнительной власти, законодательство Республики Южная Осетия, о которых говорил сейчас Давид Георгиевич, это на самом деле является проблемой в осуществлении депутатской деятельности депутатов парламента Республики Южная Осетия. Депутат делает депутатский запрос, и после этого абсолютно никаких реакции не бывает. Кому-то говорят, что это совершенно секретно, кому-то говорят, что это для служебного пользования. Для какого служебного пользования? Депутат обладает секретностью.
обладая секретностью, эту секретность он за это отвечает перед законом. И будьте добры, вот исполнительная власть, если депутат требует по депутатскому запросу определенную информацию, эту информацию вы обязаны ему предоставить. И чтобы на самом деле этого, наконец-то мы нашли вот как на определенный сахкелам уже вопрос, чтобы закрыли этот вопрос, для этого вот это обращение мы должны направить в исполнительную власть. Давид Георгиевич, я вас поддерживаю. Депутат Асиф Андон Федель Якудебани Санкута парламент Сардар Албур Талан Дерзага, депутат Фарст Та Най Энес Цоппейн Уодзен, в дом Фильдархат Венц на Адаме Думента. Попрошу внимательно отнестись к этому обращению всего депутатского корпуса и передать это. Я знаю, что на большинство запросов бывает во время обед, но такие примеры у нас в парламенте есть. На эту ситуацию, с учетом того, что все депутаты поддержали, которые дали в эту ситуацию, то обратить пристальное внимание. Парламентун комитет Сардар Библиотекат Семес Форс Сверто Фалуй министра Царозина Энэнзинат Гаканаду Кушете Эгустей Ману Озен Фадыл Ацы Форс Тима Бахатет Фалуй министр Гаглуй Талигме. Как мы все знаем, в Минздраве была или есть и на сегодняшний день социальная сфера, и как мы поняли, они должны перейти в Минтруд. И можете разъяснить данную ситуацию, потому что, насколько мы знаем, там у вас весь штат 53 единиц, по-моему, а в социальной сфере 40, более 40 человек, в общем. И куда они денутся, чтобы вы нам объяснили данную ситуацию? Да, этими вопросами нам дали, нас наделили полномочиями и обязанностями не только теми, которые сейчас на сегодняшний день занимались в совокупности и Минздрав, и Минюст, и Минфин. Нам передали ряд других полномочий, которые, к сожалению, все эти годы никто не исполнял в республике. Нам с этим надо что-то делать. Мы не можем раздувать штаты и в таком количестве, как мы хотелось бы, но пытаемся решить вопросы так, как есть. В текущий момент идет процесс, мы объявили конкурс кадров в резерв, сегодня вот прямо сейчас проходит как раз работа заседания конкурсной комиссии, подали 87 заявлений поступило на вчерашний вечер. Сейчас эти вопросы рассматриваются, в том числе это и действующие сотрудники Министерства здравоохранения. Там все вместе. Все, вот 87 человек подали заявление, из них, если мне память не изменяет, 24-25 человек, это действующие сотрудники Минздрава. Кроме того, есть представители и Минюста, и парламента, и ряда других органов государственной власти Республики Южная Осетия. Они все будут рассматриваться, их кандидатуры будут рассматриваться для того, чтобы они были приняты на работу в Минтруд. И все вопросы, которые так или иначе, которыми занимался Минздрав, будут переданы либо в Министерство труда, часть полномочий, к сожалению, они не были изначально даже свойственны Минздраву. Минздрав не должен был заниматься рядом полномочий, но они ими занимались, они, часть из их, этих полномочий, не все, весь комплекс полномочий был передан Минтруду, но в любом случае эти полномочия так или иначе будут исполняться исполнителем ветви власти. Мы их не можем оставить в воздухе. Поэтому сейчас идет работа, часть этих функций будет передан в социальный фонд республики, часть перейдет в Министерство труда, часть останется в Министерстве здравоохранения. Сейчас идет работа. Часть без работы не останется. Мы, что касается персонали, то мы работаем над тем, чтобы по максимуму ни один человек без работы не остался. И не могу гарантировать, что так и будет, что ни один человек не останется без работы, но мы над этим работаем. Процесс этот не дело одного-двух дней, этот процесс займет время, скорее всего, до конца марта этот процесс будет проходить. В любом случае, мы работаем над тем, чтобы та социальная напряженность, которая может возникнуть в связи с этим, она была нивелирована. Я и в прошлый раз об этом говорил, и сейчас мы работаем над этим. По части работников, уже они свою судьбу знают, они знают, куда они пойдут работать, на какие должности, в этом работа идет.
По части еще все в процессе. Даже те люди, которые сейчас обратились пока с заявлениями в Министерство труда, мы с ними будем работать. В любом случае в Министерство здравоохранения должна пройти, как это полагается по закону, аттестация. И мы ждем, как они уже часть из них у себя трудоустроят, потом часть из них идет к нам, часть из них пойдет в различные органы государственной власти, в том числе, возможно, в парламент. Поэтому работа идет, это, к сожалению, было хорошо, если бы решили все за 1-2 дня, но процесс, к сожалению, занимает определенное время, поэтому и во всех актах, которые есть в развитии данных действий, они как раз рассчитаны как минимум до марта месяца. Так как они были действующими сотрудниками Минздрава, они сейчас наравне как бы сдают, ну, вообще процедуру проходят с обычными гражданами. Что это параллельный процесс? Во-первых, параллельный процесс идет в отношении к Минтруду. Минтруд объявил конкурс в кадровый резерв. У нас широкий спектр вопросов, в том числе те вопросы, которыми занимался Минздрав, прошу прощения, часть вопросов, которыми никто не занимался, часть вопросов, которыми занимался Минюст. Поэтому спектр широкий, мы берем в кадровый резерв. Что касается по тем сотрудникам, которые на сегодняшний день еще являются сотрудниками Минздрава, то в соответствии с действующим нашим законодательством, в соответствии с законом государственной гражданской службы, Министерство здравоохранения, как неизвестно, собирается проводить аттестацию и предлагать каждому, повторяю, каждому сотруднику Министерства здравоохранения варианты трудоустройства. Только после этого, соответственно, после того, как вопросы внутри ведомства в Минздраве будут решены, у Министерства здравоохранения, у руководителя Министерства здравоохранения, министра, есть право, предусмотренное законом, запросить все вакантные штаты, которые есть в системе государственной гражданской службы, не только в исполнительной ветви, но и в других ветвях власти, и, соответственно, предлагать своим сотрудникам вот эти трудоустройства. Понятно. Ну, в любом случае, результат будет известно, это уже... Это уже ближе к марту, мы в любом случае работаем. Сейчас я могу сказать, что около, могу ошибаться, 15-16 человек уже знают, куда они пойдут на работу. Их, скажем так, дальше... Они прошли вот эти процедуры? И в некоторых случаях просто не требуется. Процедура конкурса и так далее, это связано только с государственной службой. Скажем, трудоустройство в соцвод не сопряжено с проведением конкурса. В другие, если речь идет о государственных бюджетных учреждениях, потому что в Министерстве труда, если брать весь состав, численный состав Министерства здравоохранения, это не только государственные гражданские служащие, но и бюджетники. По ним тоже какая-то определенность есть. Не по всем, к сожалению, пока, но по части есть. Поэтому они уже свою судьбу так или иначе уже знают. Вот. По остальным, уже там где-то сопряжено с конкурсом, с аттестацией, это все-таки, к сожалению, по времени России дольше времени занимает. И там пока процесс идет. Главное, чтобы при формировании нового министерства, чтобы те серьезные кадры, которые были в Министерстве здравоохранения, при формировании Минтруда, чтобы с большим опытом работы, люди, которые по 20 лет проработали, по 25 лет проработали в этом в социальном развитии, чтобы они не остались без внимания, во-первых. Во-вторых, чтобы не было вот такого принципа, по принципу патрона, чидали на их еще большие, чидали на их еще один, ты обозорил, тащи на него. Александр Васильевич, я полностью вас поддерживаю, понимаю, что вот это опасение, вы чтобы знали, что у депутатов эти опасения есть. Эртагма эртаджи продукции арх нехсана ду актуалум проблема. Цовар архима боззойдзен, ама цикус савия фэдл. Эня буду на бензинор народ ходим, я чего на или ходим. Значит, да, в действительности 16 декабря текущего года постановлением правительства Российской Федерации был установлен единый экспортер на территории Республики Южная Осетия и Абхазия. Был установлен в отношении Роснефти, было принято такое постановление. На сегодняшний день Роснефть является единственным экспортером в Южную Осетию горюче-смазочных материалов.
У всех предприятий практически, кроме одного предприятия, которые работают на территории Республики Южная Осетия, есть действующие контракты с Роснефтью в данном случае. И все они осуществляют свою деятельность так или иначе. Они с Роснефти возили секвестированы, ни в коем случае, наоборот, только увеличили. Если у нас на начало года было 8 тысяч тонн, на текущий год установлено, то в настоящее время, с учетом того, что мы дополнительно обратились в Российскую Федерацию, они являются 10 тысяч тонн, это только по бензину марки I-92. Ну, соответствующие, наверное, по дизелю. По дизелю на 600 тонн. Сегодня последний рабочий день текущего месяца и номинацию. На декабрь месяц был установлен за метрическую тонну 57 500. Это на литр выходит, это на станции Владикавказ, то есть без доставки в... На литр сколько? На литр. Сейчас, Владимирович. Это на станции Владикавказ. Если делать перерасчет на литраж, то это получается, что на станции Владикавказ в декабре месяце нам отпускали его за 42, почти за 43 рубля за 1 литр. С учетом логистических издержек, с учетом уплаты налогов, налога на добавленную стоимость и с учетом затрат самого предприятия, на сегодняшний день себестоимость ГСМ для госпредприятия является 52 рубля. Отпускная цена для граждан 54 рубля, для государственных организаций 52 рубля. С учетом динамики цен, которая была на рынке в декабре месяце, мы ожидаем, что цена ниже будет на январь месяц. Не ожидаем, она ниже на январь месяц. Вот сейчас прозвучало, что МОХ Республика, бензин, ханам, Роснефтяй. Да? Я так понял. Бензин Кыскос стоит в охотном комитете. Именно. Меня не это утверждает кто-то, что бензин лихану в бирже. И с нашей стороны вот здесь тохам вопрос. Меня Роснефть очень лихан. Меня охам жом фикустом. Мы дыхаем, меня Роснефть вары фиксированный ставка. И мы подешевле уже нигде не можем купить. С этой биржой кырхолто. Вот так усам что лихану ты Роснефтай. Вырастается раста постановление. И вопрос. И на вопрос там, а мы ехам вопрос. Вот вы озвучили 7% барьер на предпринимателя Кананча, Рана, Каска. Я вас попрошу с митема объективной информации рот тут. Кое дуджини, шеве джини, ши джихал, ка джихал, мя ка цис чисты, мя ка дрошал джисты. Я вас очень прошу. Вот. Ма, смог мадар, ма, это представитель там, да, правительство. Нашу программу, Давид Юргевич поднял этот вопрос. Уже программа кистом. Вот мы ханы дию условия. Рбарвесту я уже инициатор проекта Тачихамадой Кюдундар. И мы их исключили. Вот Алан Юрьевич не даст соврать. Мы ханы дию хам условия тогдашний премьер-министр имя. Что все инициаторы проект мы, як ухтарчи факан, ауду хам решу через парламент. Алан Юрьевич, вы не дадите мне соврать. На дию автар.
Почему это сейчас игнорируется? Парламент почему игнорируется? Что не Алла Нарумович, значит, то, что касается замечаний по вопросу освещения в СМИ, принимается в полном объеме на Хастарджинай. Проработаем этот вопрос и дадим информацию. То, что касается того, что вам утверждал кто-то, что мы не покупаем у Роснефти, ну, извините, не знаю, у кого-то такая информация и от кого она исходила. В данном случае с установлением 16 декабря в Российской Федерации Роснефти в качестве единого поставщика в Южную Осетию и Абхазию у нас возможности, кроме как забирать с Роснефти бензин, нет. А ценообразование у Роснефти, оно всегда ориентировано на биржевую стоимость горюче-смазочных материалов. То есть они тоже выставляют свою цену, исходя из биржевой цены. Монополия в данном случае, мы это тоже прекрасно понимаем. И поэтому мы сейчас ведем консультации с российскими коллегами по вопросу формульного установления цены. То есть мы должны понимать и прогнозировать, какая цена у нас будет в тот или иной момент времени. То есть Мохтар Ушек Хабарал Архаем. Пришел, не может? 52 рублей. И отпускной бензин. Одементо 54 рубля. Мы офтаны гелеми одемен сорозот 52, мы хищу одементо 54. В данном случае мог доктор Дарбархаем, что мы меня ясно контракта не чистые. Удивным курсе у вас естественно понижение арачестан. Органдар только для граждан. Естественно, мы такое будем прорабатывать этот вопрос. Ну, в данном случае 52 рубля – это цена, которая установлена и в бюджетных проектировках. И этот бюджет вы принимали, поэтому здесь сложно ответить. У нас сотрудники администрации президента относятся к наиболее социально незащищенному слою нашего населения. Скорее всего, нет. Тогда я, наверное, выскажу свое мнение. Меня коллеги поддержат. Если сотрудники администрации президента получили премиальный на Новый год в размере 20 тысяч рублей, где-то в районе, а наиболее социально незащищенные граждане, которые получали на праздники определенные суммы, надбавки к своим выплатам, они ни рубля не получили. По-моему, было бы целесообразно вот эти деньги раздать тем, которые не получают даже половины той суммы, которую получили сотрудники в виде премиальных. Работают за менее чем 10 тысяч рублей. У нас есть такая категория граждан. Есть пенсионеры, которые получают 7 тысяч рублей. Вот им ничего, а людям, которые получают 20, 30 и более, опять такие же премиальные. Ну, как-то надо по справедливости. Если есть у нас суммы, чтобы премировать там, то давайте эти суммы направим тем людям, которые на Новый год тянут вот эту лямку и никак не могут закупиться на Новый год элементарной корзиной, которую, чтобы детям на стол поставить. Ну, неправильно это. Сеси Маркостовден дар форсетен вер. Сеси икару парламенты сардар Албурталан, но газы кесарил арфаракутта депутатун корпусен дар эмэна республика эмбэстэктен дар июмиагэй. Уялдал фэзэгу сеси их кэдэрцэ дэмэз зале айзэл дэстэ патсахатун гимнэзэлтэ. Депутатун корпусэл сэмбэл дэстэ кахэллэвдэй.